Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями долгожданного события. Совсем скоро жители Владивостока получат не только новую достопримечательность, но и технологичную, мультифункциональную площадку для притворения в жизнь самых разных, самых смелых идей. Все это станет возможно благодаря новому, мультимедийному, светомузыкальному фонтану. И уже сегодня нас ждет феерия воды, музыки и света. Заряжай выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай выше, заряжай выше облаков паруса, выше неба паруса. И сейчас, в эту минуту, наступает тот самый главный момент. Мы просим наших уважаемых гостей совершить символический запуск светомузыкального фонтана. Давайте, друзья, все вместе. 5, 4, 3, 2, 1, плюс! Ветер плести, волосы, чтобы пути не потерять. Легкость.
грусти, не грусти. Потоки ветра будут как путеводные нити. Только узнай, дай мне последнего сна. Крылья подставь, и рыбам пару неспроста. Глубже дышать, жара вечер, блин. Когда нет моря снаружи, всегда есть море внутри. Все вместе, море внутри. Лоскучее, залитое солнце, блин, с огромными темными тучами. Море внутри, безбрежное, суровое или беспечное, легкое и нежное. Море внутри, и я лавру, лавру, дам, чирачка. Владивосток, 8 сентября 2021 года. Спортивная набережная. Здесь небольшой парк развлечений. Чёртово колесо, там всякие карусели. Восстановили пирс. Более-менее вид он, по крайней мере, здесь имеет какой-то. Дует ветер. Ну вот, новая достопримечательность в городе Владивостоке. Сухой фонтан. Он был открыт, запущен 2 сентября 2021 года. Ну и стал, наверное, сразу любимым местом для детей.
они бегают здесь между струй воды. Сегодня на центральной площади развернулась продовольственная ярмарка.
Владивосток, 17 сентября 2021 года. Центральная площадь. Стритфуд. Книжечки продают всякие. Есть такая теория, что Булгаков написал 12 стульев. Не, я в это не верю. Но это совершенно не булгаковская даже по духу вещь. Но он... Мне кажется, она слишком для него простая. Она очень хорошая, я не спорю, это бестселлер, такой абсолютный, классная книга, и фильмы хорошие, и прочее, но это не его уровень. Все-таки, мне кажется, булгаковский уровень намного выше, чем уровень Ильфа и Петрова. И я готов... Алло, ты слышишь? Держись, дружище! Алло, мужайся, тебя разыщут. Мужайся. Да что, пацан или трус? Каких бывал переделках розовых. Спасибо, Господи, как я держусь. А про себя добавляет, боюсь, что будет все кажется слишком поздно. Совсем чудовное дело. Опять в шлемофоне шуршит тишина. Потом сквозь метельное завывание. Алло, здесь в рубке твоя жена. Сейчас ты услышишь ее, внимание! Не звук. Молчание. Наверное, плачь. Как трудно последний пример поставить. Когда я писал книгу, у братьев Самойловых случился конфликт. Они разошлись, вот как у нас общество сейчас расходится по разные стороны. Кто-то становится либералом, кто-то становится почвенником и государственником. Так же случилось и с родными братьями, то есть, которые выросли в одной семье, создали великую действительно группу, написали много хорошей музыки совместно, но вышло так, что политика развела их тоже по разные стороны баррикад. Я обычно подписываю от одной и второй автора. Сможешь сам сфотографировать? Конечно.
Видите, как удачно. Книжку получит дома, фотографию я. И всем хорошо. Владивосток, 25 сентября 2021 года. В городе проходит международный Galaxy Marathon 2021. Молодцы. 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 Молодцы.